Добрый день, меня зовут Евгения Порошина, я практический психолог, коуч, также руководитель, преподаватель в Европейской школе коучинга. Сегодня поговорим про самообман, про диссоциацию. То есть, когда происходит какая-то эмоциональная травма, мы можем как себя повести, как будто бы ничего не было. То есть мы боимся встретиться с какими-то неприятными эмоциями, и поэтому происходит самообман. То есть часто у клиентов могут быть такие темы про обман. То есть коуч, психолог держит в голове такую мысль, что, возможно, это про самообман в том плане, что человек избегает посмотреть правде в глаза. То есть есть что-то болезненное, человек боится встретиться с этим опытом, но этот опыт он исцеляет. Еще рассмотрим такие примеры, как дети воссоздают свою травму в игре. Во взрослом возрасте человек бессознательно перепроживает постоянно какие-то травмирующие ситуации. Что делает психолог-коуч? Психолог спрашивает: скажите, пожалуйста, были ли подобные ситуации в вашей жизни? Постепенно человек осознает, что ситуации, декорации меняются, а ситуация, состояние повторяется. Самостоятельно, если хотите изучить эту тему, почитайте книги Питера Левина «Пробуждение тигра. Исцеление травмы». То есть что происходит? Психолог понимает, что цель того, что повторяются эти сценарии, цель исцелиться. Если слишком большая травма на самом деле произошла, тогда даже ребенок не может это воспроизвести в игре. То есть если ребенок это в игре воспроизводит, либо уже человек во взрослом возрасте, сценарии какие-то повторяются, смысл такой, что наша психика стремится исцелиться. Такой пример Питер Левин приводит. Почитайте книгу, когда один человек в 6:30 утра, например, 5 июля, повторял какой-то сценарий постоянно. То есть когда он встретился с этой болью, понял, что тогда произошло, увидел эту связь, и он тогда уже смог не повторять эти сценарии. Этот пример в книге, он более наглядный. Обычно у клиентов не так это наглядно. Мы можем задавать вопросы. Скажите, пожалуйста, что вы чувствуете? Когда вы эти чувства также чувствовали? То есть, например, клиент говорит: я чувствую себя, как будто бы я побитая собака. И мы уже начинаем проводить аналогию, связь, когда еще человек так себя чувствовал. И со временем, просто навыком наблюдения, осознания, человек уже со временем может отключаться от этих сценариев, если коротко. То есть подумайте об этом, о самообмане, который у нас может включаться для того, чтобы мы не перепроживали какие-то неприятные для нас эмоции, но мы должны знать, что необходимо встретиться с этой болью, перепрожить эту ситуацию, наступает стадия прощения, принятия, и тогда мы можем уже выбирать новые сценарии в нашей жизни. С такими мыслями хотела поделиться. Если есть вопросы, задавайте. Всем хорошего дня!